друзья, вот я как раз в таком месте. Есть такая песня, называется «С голубого ручейка начинается река». Да и как раз в таком месте, где эти голубые ручейки начинаются. Тают снега, вон по обочинам ручейки текут. Эти снега тающие превращаются в ручейки, а потом в мощные реки. Сначала в небольшие реки горные, потом в мощные реки. Вот здесь сейчас идет таяние снегов и начало этих маленьких ручейков, с которых начинаются реки. Да, тут все больше и больше снега. Я добираюсь уже до вершины перевала. Горы в Калифорнии. Север Калифорнии. Да, мой мотор живет. Автомат у моего дача. И вот он чувствует, что не хватает ему. Начинает сильнее реветь. Так, elevation, то есть высота. Вот написано 5401 фут. 5401 фут над уровнем моря. Довольно высоко. Довольно высоко, нужно сказать. Ну все, преодолели мы этот перевал. Пошли на спуск. Пошли на спуск. Потихонечку. Потихонечку спускаемся. Да, дорога змеей. Змеей извивается, огибает все повороты. Горных скал торчащих. Вот они, ручейки так начинаются. А вот уже и речка. Вот уже в речку превращаются потихоньку. Все в более мощную речку. Типа такой. И потом уже в мощную, как река Колумбия. И другие реки. Где уже какие хочешь рыбы водятся. И сэлмон, и осетр, и селедка заходит. Друзья, вот едем с вами по перевалу такому горному. Я бы сказал, очень опасному. Я даже уже немного жалею, что этой дорогой поехал. Лучше бы ехал по фривею пятому. Да, накинул там несколько, может быть, десятков, может, сотню майлов. Я еще точно не знаю. Ну, было бы проще. Но зато такой красоты не увидели бы, друзья. Так что среди всяких минусов можно найти плюсы. Да, обрывы, конечно, серьезные и опасные. Вот мы не знаем, что там за поворотом сейчас. Может, машина какая-то. Это будет тогда неприятно. Нужно будет как-то разъезжаться. Тут дорога очень узкая. Для хайвея это очень узкая. Это считается хайвеем. Поэтому я решился на нее. Но она, я скажу, очень опасная и узкая. Не для драков, это точно. Вот они, ручейки. Начинающиеся. Друзья, вот мы где есть. Такой прекрасный вью тут открывается. Потрясающе. И вот мы идем, потихоньку спускаемся с перевала. Таким извилистым дорогам. Да, я простыл чуть-чуть, извиняюсь.
Да, очень крутой поворот. Очень крутой поворот. Ну, надеюсь, у нас все выходит. Так, вот они, ручейки такие валят. Снег тает и начинаются реки. Но мы едем дальше. Мы едем дальше. Нам нужно спешить на разгрузку. Так, друзья, вот двигаемся дальше, уже спускаемся. Прошел те крутые повороты и спуски. Сейчас более пологий спуск идет. И вот такая красота, такая речка уже. От всех снегов тающих получилось. Ну, не от всех, а от тех, что на этом склоне тают. На других склонах тоже тает, но я думаю, вот это северная сторона. Тут дольше лежит, на южной, наверное, уже чисто. А тут вот такая красота. И зелень, и снег тебе. Все чудесно Господь умеет сделать. Чтобы мы смотрели, удивлялись его величию, его могуществу. И тому, как он может делать. И что он может делать? Человек тоже что-то может делать, но намного скромнее. Хотя думает о себе очень и очень много, часто. Но рано или поздно ему придется увидеть то, что он сейчас не видит, не хочет, точнее, замечать. А потом просто увидит во всей красе. Он отвергал, как нелепо это все было и глупо, даже сейчас, пока он живет, пока разум о многом говорит и подсказывает, что есть Творец всему этому, Создатель всего этого. Так что вот, друзья, наслаждаемся вместе со мной. И славим Господа, доколе мы есть. Лучше на земле это делать, видя все и понимая все, и воздавая за все Ему славу. Или же в вечности, как написано, что всякое колено преклонится пред Ним, небесных, земных и преисподних в свое время. Хорошо это делать уже сейчас на земле, а не тогда, когда увидел всю свою глупость. Величие Творца, который держал тебя, знал о тебе все, создал каждую клетку твою, питал тебя, содержал тебя своим словом, ибо себя отречься не может.